Что ж, всех приветствуем. 1 декабря. Отгадайте, вот где я. Это, знаете, вообще я хотел сделать особое видео. Это мое 1000-е видео, загруженное на канал Free Ukraine. Можно сказать, это наш такой праздник. 1 декабря, снег. Снежная погода. Это, знаете, сейчас вот 9 утра. А тут такое прям движение в Запорожье. В Запорожье в 9 утра никого еще на улицу даже не вытянешь. А тут любимый мой Киев. Как я давно его не видел. Последний раз я здесь был в 2018 году. На параде 24 августа, на параде Дня Незалежності. И вот, как говорится, и вот опять. Знаете, такие приятные ощущения. Мы уже с вами, знаете, побывали в Днепре, в Яремче, в Буковеле, в Кривом Рогу, где еще? В Тернополе, во Львове, в Ивано-Франковске, а вот в Киеве мы еще с вами не были. Но не переживайте, я обязательно вернусь в Запорожье, наши родные, любимые. Как вообще, да, здесь волшебно, в снежной атмосфере. И не холодно как-то, нормально. Это, знаете, за выходные будет первое видео наше, 1000-е. Поедем мы еще на родину мать. Все, подписывайтесь на канал обязательно. Бережите себя и своих родных. Здоровья вам и миру.